Так, проверка трекинга, дубль 2. А ну и вправо-влево. Проходи. Да, к лицу привязывается четко. Я думаю, на модели, на объекте будет все лучше намного видно. Ну да, самое главное, видишь, что выше бровей не берется. Бровя на губах отсекает. В принципе, если будет хорошее освещение, подготовленная камера. Коль, а клацни свет, выключили, пожалуйста. Изменение пассии, там если сильно попускаешь голову, поворот, там по бровям тоже расчет идет. Вот попробуй повернуть, допустим, на 45 градусов, не повернуть, а наклонить. Да нет, в принципе, нормально. Да, видишь. А со светом теперь, Коля, ну классный свет. Теперь с поворотом, со светом. Да, со светом лучше. То есть он находит. Так поворачивать вряд ли кто будет. Не, ну поворачивать будут вот до того момента, пока ты себя видишь. Пока я вижу этот квадратик. Только я голову вывернул, я уже ничего не вижу. Квадратика тоже, по сути, нет. Ну да.